Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, дорогие мои друзья, потому что все, кто подписан на этот канал, сразу же становятся моим самым-самым лучшим другом, а те, кто не подписан, являются всего лишь напросто а, всего лишь напросто, да неважно. Приятелям. Поэтому, друзья, если вы еще не подписаны на канал, вернее, приятели. Если вы еще не подписаны на канал, то это стоит делать. Так это я к чему? А, друзья, вы наверное все знаете, какой IP адрес постоянно располагается в описании всех моих видеороликов, ну или практически всех, неважно. Так вот, если вы хотите зайти на Arizona Role Play Server Phoenix и получить 300 тысяч вертов в автоматическом режиме при достижении вами 5 игрового уровня, то вся эта информация находится в описании под данным видеороликом. Вы туда заходите и успешным образом обладаете всей этой информацией. Почти как обладает или там, знаете ли, обладал, но ну вот так вот. Да, я думаю, что вы это все должны прекрасно понимать, если вы живете в Российской Федерации и во всем прочем. Так вот, ладно, давайте уже непосредственно к самой новости о том вообще, о чем все это нужно рассказать. Так вот, вы, наверное, все знаете мое отношение вот к этим вот а, проектам в... Я даже не знаю, как это назвать, в МТА или там в GTA Samp, или в МТА и в GTA Samp, которые делают свои клиенты и вот всю прочую хуйню. И ладно, когда а, клиент... А, подразумевается под сервером, который изначально был а, в GTA сам, мол якобы клиент это там я не знаю для голосового чата или для каких-то прочих вещей, но когда исключительно на клиенте строится весь проект, весь сервер, и он а, не имеет аналогов где-нибудь там в САМПе или где-нибудь там в МТА, то, ну тут уже знаете ли такое, потому что вы наверное все знаете мое отношение к вот этим вот миллиардам клиентов, то есть для того чтобы зайти там на один проект нужно открыть один клиент, для того чтобы зайти на другой проект нужно открыть Другой клиент и сделать вот все вот эти вот прочие манипуляции, И по итогу у тебя, блять, на компьютере, на жестком диске на Винчесте на блять на Винчестере хранится там блять терабайты вот этих вот самых лаунчеров, которые, блять, половиной ты не пользуешься, половина там уже загнулась от того, что там на серваке найти никто не заходил, никто не донатил и не делал прочих вещей. То есть, ну это пиздец. Это вот в самом деле, я вам так могу сказать, это полнейший пиздец. Вот меня, вот эта вот вся а, клиентская база, блять, клиентские вот эти вот. Все сервера, они мне не особо устраивают. Так вот, я думаю, что немного, так знаете, ли с предысловием и со всем остальным мы закончили. Теперь можно переходить а, к самой новости. Как лично вы поняли, а меня вот эти вот все клиенты, ну, не впечатляют, да, потому что вот это их клонская манера речь, вот эти вот их клонская, я не знаю, а, манера закачивания всяких файлов тебе на жесткий диск и так далее. Но это меня не особо устраивает. Однако, ладно, если такое существует, то похуй. Пусть оно все а, в той или иной степени существует, похуй. Дело в том, том, что где-то примерно, в конце ноября хостинг-провайдер а, там вот этого вот самого Next RP просрал часть базы данных одного из серверов. Неважно, какой это был сервер, потому что у этого Next Roly Play блять, у него дохуя всяких разнообразных серверов. Единственное, что хочу сказать, что вот а, тем, кто играл на вот этом вот самом каком-то определенном сервере Next Roly Play, я точно не знаю, какой это был сервер, это в общем-то и неважно, тем людям максимально вот не повезло чисто из-за ошибки хостинг-провайдера там слить. А, все вот эти вот дома машин в общем абсолютно все игровое имущество либо там по частям игровое имущество и пришлось восстанавливать команде next Rule play всю вот эту вот штуку по логам вот по всем вот этим вот логам начали восстанавливать 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 а как лично вы знаете то есть ну по логам восстанавливать все это там знаете ли вручную опять-таки прописывать все вот эти вот дома квартиры машины всю прочее, вот эту вот имущественную хуйню вот и знаете ли, в чем дело? Спустя вот несколько недель Все равно вот они еще не закончили Ну или спустя там неделю, неважно И, ну это пиздец А что было бы, что было бы у Next Early Play Если бы слетели базы данных Абсолютно всех серверов, вот абсолютно Все имущество, которое находилось там На серверах, на э, всех Вот этих вот игроках и так далее, все бы Слетело, тогда я уже понимаю Что было бы пиздец вот этому вот самому Next Role Play, а насколько я знаю Это а, крупнейший проект Вот этот вот в МТА там и так далее который построен на клиенте, на каком-то, где там закачиваются всякие вот эти вот а, интерфейсы, вся прочая хуйня, а Next Early Play, ну он достаточно крупный, потому что он там а, заказывает рекламу даже у какого-то вот этого вот братишкина на стримах, там еще у каких-то людей, поэтому, ну, он достаточно крупный проект, и, ну, вот то, что такое происходит, это, конечно, пиздец. А после всего этого, это еще не конец всей ситуации, всей истории, после всего этого разработчики проекта решили перенести базу, базы данных в облачный сервис. Я не знаю, как, насколько там терабайт нужно было покупать вот эти вот облачные все сервисы, потому что вы знаете, что, допустим, там какой-нибудь, я не знаю, облачный сервис, он рассчитан на ну, максимум там, я не знаю, на гигабайтов 50 в лучшем случае, а базы данных, они могут быть, ну, буквально, блядь, терабайтные. Я не знаю, насколько они закупили вот эти вот всех базы данных, во сколько им все это встало, но это тоже, понимаете ли, плохо работает при большом онлайне, потому что игроков-то дохуя, они постоянно что-то покупают, чем-то там, я не знаю, обмениваются, что-то продают, что-то там еще делают, поэтому вследствие всего этого, ну, это пиздец, это в самом деле пиздец. И, ну, более-менее в данный момент все сервера уже а, Как-то более или менее работают вот в этом вот самом Next Rolle Play. И ну это пиздец, это в самом деле пиздец. Потому что вот а, представьте, что вот слетел не один сервер у Next Rolle Play, а представьте, что слетели абсолютно все сервера, которые там только были. Я точно не знаю, сколько у них серверов, но их но их дохуя. И там общий онлайн какой-то, вообще ебический, и просто вот, блять, там ну да, там пиздец. Там вот в самом деле там пиздец кромешный, чтобы вы понимали. Uh, в общем-то, ну как-то вот так все это происходит. У них серверов, блять, просто дохуище, блять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 серверов. И что было бы, если бы uh, слетели вот чисто все сервера, которые только есть? Это пиздец. Кстати, тут есть советский какой-то сервер, на котором играет 124 человека из 800. А время 12 часов дня. И вот как-то все вот это вот происходит. Однако, что можно сказать напоследок. Если вы, так сказать, уже поиграли на Next Role Play. А у вас слетела база данных. Как бы все вот эти вот ваши аккаунты. Все вот эти вот ваши, знаете ли, имущества. Все слетело. И вы не знаете, где можно поиграть вот после этого самого Next Roly Play. То у меня есть одно решение ситуации которая вы все, наверное, и так прекрасно знаете, которая была в начале данного видеоролика и все остальное Аризона, плей Феникс. Поэтому как-то так, там даже есть мой а, никнейм, по которому вы сможете получить себе большое количество разнообразных денег и все у вас будет а, в наилучших традициях а, моего канала. Поэтому, как-то так, если кто-то из вас играл на Next Early Play, можете сказать, слетело ли у вас что-то, или там, э, или не слетело у вас ничего, что, что я пишу, но это по данным одного из желтушных пабликов, все у них слетело, то есть, ни Rockstar бомбит, ни сам World об этом ничего, к сожалению, не написали, поэтому, ну вот, как-то так все это происходит. Поэтому, в общем-то, да, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока.